Мы сейчас находимся в кабинете медосвидетельствования Армавирского наркодиспансера. И сейчас Алексей проходит независимую экспертизу. Вот. А что будет дальше, мы вам будем продолжать вещание. Оставайтесь с нами. Мы поедем в Успенский район. Вот. И встретимся с тем полицейским, который вынуждает граждан по собственной неволе проходить свою независимую экспертизу. Вот. Оставайтесь на канале и ожидайте продолжения ситуации. В дальнейшей серии вы сами все поймете, с чего все началось и чем это все будет дальше продолжаться. Спасибо, оставайтесь.